Варя на самом деле была правее всех. Да? Здесь нет настоящих. Как отличить настоящие купюры от фальшивых? Составить фоторобот? Что означают специальные жесты? И можно ли по отпечаткам ног узнать что-то о преступнике? Об этом рассказали участникам клуба военно-исторической реконструкции 147-й пехотный Самарский полк в Музее истории Самарской милиции. Встреча прошла в рамках празднования столетнего юбилея служб участковых и патрульно-постовой службы общественной безопасности. Сергей Блохин – инженер, занимается кондиционированием и вентиляцией, а его супруга Елена – парикмахер. Но сегодня они словно гости из прошлого. Реконструкцией исторических событий супруги увлекаются с 2010 года. А все началось с покупки шашки, которая в действительности оказалась саблей офицера артиллерии времен Первой мировой войны. Ну, дальше для сабли уже нужен был подвес. К подвесу форма, к форме сапоги и фуражка. И так началось. Сейчас в военно-историческом клубе около 30 человек. За годы увлечения реконструкцией событий прошлого супруги неоднократно бывали в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде. В ближайшее время поедут в северную столицу восстанавливать события гражданской войны. Елена Блохина рассказывает, увлеклась идеями мужа с первого дня. Реагировала всегда положительно. Мне вообще нравится то же самое. И узнавать и больше истории нашей. Поддерживаю его вообще во всем. Когда он решил, я только, да, была за. Нас пригласили на реконструкцию в Димитровград. И я за неделю сама себе сшила вот тоже платье сестры Милосердия вместе с сумкой. В конце экскурсии участники клуба 147-й пехотный Самарский полк получили благодарности от имени руководителя Главного управления МВД России по Самарской области Игоря Иванова. Их вручил Сергей Гольштейн, начальник отдела информации и общественных связей и региональной полиции. А та площадка, которая была представлена вот данным историческим клубом на нашей официальной площадке в рамках фестиваля прессы, это была уникальная площадка. Мы видели интерес гостей к ней, интерес и взрослых, и детей. Люди шли, перешепчивались, спрашивали, что это такое. По словам сотрудников полиции, взаимодействие регионального главка с клубом 147-й пехотный Самарский полк продолжится. Виктория Шара и Николай Пифанов. События.